Выборы депутатов Госсобрания 7-го созыва пройдут в единый день голосования 10 сентября. Дату назначили на заседании Центральной избирательной комиссии Башкортостана. Ну, вот в парламент изберут 110 депутатов, половина из них по одномандатным округам, другая половина по партийным спискам. Подготовка к проведению выборов начнется уже в ближайшие дни. Кандидаты от партии, представленных в Госдуме и Госсобрании, освобождаются от сбора подписей. Но вот в тот же день, 10 сентября, жители республики будут определяться с депутатами местных советов. Всего в единый день голосования состоятся 777 избирательных кампаний. Депутатских мандатов будет избираться свыше 7 тысяч, если взять в целом по республике. А значит, 777 – это избирательных кампаний. Имеется вот одна – это депутаты Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. И 776 – это муниципальных уже избирательных кампаний, где будут избираться депутаты представительных органов местного самоуправления. Ну, вот в регионе во время избирательной кампании создадут 70 территориальных и более 3000 участковых комиссий. Новый созыв депутатов регионального парламента будет работать в течение 5 лет.